Здрасте! Добро пожаловать на дачные радости. Мои друзья, Андрюша и Дима вчера готовили нами замечательную индейку. Потом сказали, что они любят свинину. Русские люди любят жир. Снег, холод, надо подкрепиться. Поэтому у нас есть замечательная корейка из свинины. Тут мы это все делаем так. Во. Потом берем так. Слушай, как это называться будет? Вешалица. Вешалица? Вешалица. Так, уважаемые друзья, стараемся не снимать эту кожу, потому что она должна нам укрепить наше блюдо. Молоток. Можем брать два и делать барабан. Это влияет на вкус, влияет, я так понимаю. В зависимости от ритма. Ну, как сказать, музыкальная вешалица. Так. Мясо сделаем тонко. Собачка здесь у нас мотается около ног. Синяя корейка, когда делаем его, значит, по длине, она хочет собираться. Так что мы всегда заберем нож, немножко сделаем такие зарезы, порежем эти мелкие жилы. Так, с этой стороны тоже. Так, во, то же самое с другой стороны. Слушай, это только у свинины так вот мясо сжимается? Да. Короче, у нас тут есть немного дижонской горчицы. Все это берем нож, смазываем. Во. Переворачиваем на другую сторону. То же самое делаем. Мы сегодня тут разговаривали про пельмени, почему пельмени в России и так дальше. Да, короче, не разговариваем про пельмени. А у нас есть такая кукурузная мука, сушеные овощи, соль. И мы этим любим солить мясо. То же самое с этим любим заправлять наши супы. Просто у нас такой климат на зиму хранит овощи. Наша страна нет морозилка, нам это не получалось, как вами, с пельменами, там сделаем пельмени, ставим мешок пред домом и потом ходим и забираем. Нам и Бог не дал такие возможности, как вами, русским. Это понятно, да? И, короче, тут у нас, уважаемые друзья, есть бекон, такой жирненький, который мы добавляем изнутри у наше блюдо, чтобы наше блюдо внутри могло чем-то жариться, как бекон. Короче, когда поставим на грил кусок мяса, чтобы оно пускало свой жир, и чтобы оно внутри могло это все хорошо обжаривать. Так, неплохо, если внутри добавим какого-то сыра, который плавится. Во, он тоже такой жирненький. Так, потом эти русские обычаи добавлять травы, да? Мы добавим чуть-чуть молодого лука. Вы любите чего, уважаемые друзья? Любите кушать чего там? Укроп, петрушку, а что просто любите? А я черемшу какую-нибудь сюда добавил. Черемшу? Да. Дай черемшу, айди. Так нет у нас, к сожалению. Позначи ты. А что это за травка, расскажи мне. Это тмин свежий. Короче, давай добавим чуть-чуть тмина. Как тебе это? Хорошо пахнет? Нормально? Он душистый, а по вкусу не сильно отличается. Но очень душистое, приятное. Но, видишь? Добавим чуть-чуть масла внутри. Все, это. О, нет, перец. Бери, крути сюда. Так, немножко аромата. О-хо-хо-хо-хо. И
что делаем? Берем этот бекон чуть-чуть, сыр, закрываем, берем молоток и закрываем, что нам сыр не бы расплавился, что нам сыр не бы сбежал из блюда, понятно? Вешалица — это сэндвич без хлеба. Мы это кушаем с хлебом. Мы от хлеба тоже не отказываемся. Так. А можно сейчас зубочистками скрепить? Не надо, можно, но смысл какой? Так, с другой стороны тоже эту чуть-чуть укрепим. И, короче, когда всегда делаем мясо, всегда его зальем маслом. Потому что масло всегда, оно сразу горит, сделает нам кору, и мясо внутри остается сочным, соки из мяса не уходят, свиная корейка сама по себе такая сухая, мясо само от себя суховато. Поэтому это все сделаем. Поставим это все в тарелку, чтобы это постояло минута 5-10. За это время заберем лук. Так. Три куска. Потом помидор. Порежем на три куска. Потом можно добавим кусок желтого, кусок оранжевого перца, кусок красного перца. Все это ставим в тарелку, где было оливковое масло. Так, смажем его, засолим. Так, добавим. Это гарнир будет. Овощи на гриле. Браво. Браво. Так. Немного масла добавим на все это. И теперь, уважаемые друзья, нам нужен тихий огонь. Если это все ставим на сильный, оно как-то согорит, мясо останется внутри сырого. Поэтому заранее разжигли мангал, и он пока идеальный, как должно быть. Приготовление еды на природе, на углях. Замариновать можно как хочешь. Если это открытый огонь, это уже согорело блюдо. И это не еда на углях, а это уголь из мяса. Так нередко и получалось. Но когда нет мастера рядом. Поэтому всегда бутылька с водой. Дай мне бутыльку. Ага. И никогда не огонь закрываешь, а всегда ставишь со стороны, чтобы вода снизу подходила и чтобы вода его тушила. Если добавляешь на воду на открытый огонь, оно как-то пойдут эти черные маленькие точкицы с угля, и оно будет не мясо на углях, а будет уголь на мясо. Теперь берем наш кусок мяса, переворачиваем на другую сторону. Если он такой немножко подгоревший, чуть-чуть масла, что не бы вода уходила из мяса, чтобы оно осталось сочным. И, уважаемые друзья, как мясо повернем, пожалуйста, сначала перец, лук, помидор слишком быстро жарится, развалится, поэтому немножко подождим. Перец всегда перво с этой стороны, где кожа находится, чтобы он развалился, потом перевернем на другую сторону. Масло, соль внутри разъедают, все это смешивает, аромат будет во идеально. Вы попробуйте сами, меня жалко, что не рядом с нами. Мясо, видишь, как бело внутри. Обжарил его сыр, бекон, плюс дадут аромат. Будет очень-очень такое. Повернем на другую сторону. Всегда стараемся овощи слегка обжаривать, чтобы остались и хрустящие. Что значит, внутри остались все пищевые ценности. Все, которое положено,
Если слишком много обжарим овощи, оно как-то витамин С уходит на пару. Всегда. Немного лимонового сока. А даст укус. Прохладает наши овощи. Что не бы горели. Кислота разъедает весь этот жир, который мы занесем в наш организм. Остаемся худенькие, красивые, кушаем вкусно. А жирно. Жирно и полезно. Так, замечательно. Только маленький кусочек получился. Ну и потом сделаем побольше. Нужно сразу несколько таких готовить. Для русского человека, русский человек любит, когда много. Давай. Так. Во. Ставь тарелку свободно здесь. Тарелка не треснула. Нет, не будет. Заливаем это все маслом, оливковым желательно. Любители петрушки, пожалуйста, наслаждайтесь отдельно. И теперь наше блюдо готово. Мы сейчас посмотрим, поедем, попробуем, чего сделали. Вы это обязательно попробуйте. Я вам желаю приятного аппетита, кучу дачных красивых дней. Наслаждайтесь, радуйтесь. Спасибо вам и до свидания. Здрасте! Добро пожаловать на дачные радости. Мы и дальше находимся у наших друзьях Диме и Андрюше. Вчера они нам и готовили прекрасную, замечательную рыбку. Сегодня мы им покажем сербское блюдо, называется чевапчичи. Для приготовления нашего блюда, уважаемые друзья, нам и принадобится посуда, свиной фарш. Всегда старайтесь купить фарш, чтобы было там где-то 20% жира, потому что это блюдо на углях, и как-то, чтобы его жир там внутри жарил, питали, так дальше. Говядина. Блюдо очень просто. Добавим внутри немного воды, желательно с газом. Тут у нас есть соль, побольше. Я понимаю, что я у вас в гостях, но я вам и готовим. У нас есть перец. Халявить нельзя. Все в племени. Будем работать. Да. Берем лук. Режем его на половину. И пальцы всегда и ногти внутри. Работаем по этой. Так, можно смотреть в камеру, улыбаться, подмигивать красивыми девушками. Что значит секреты мастера? Маленькие секреты больших мастеров. Во. Так, уважаемые друзья. Добавим наш лук тут. Сейчас уже зима, идет конец. Сейчас будем молодого лука. Мне это очень нравится. Так. Во.
Браво, merci beaucoup. Это все добавим тоже тут. Если есть любители сыра, желательно, чтобы он был такой, как плавный, который тает. Все. Во. Тут птички какие-то говорят, что им это нравится. Ну, сыр не может не нравиться. Я помню, как несколько дней оказался лишен сыра в дальнем походе, как он начал мне сниться по ночам, представляешь? Да. Дрожащий, дырочка прямо. Конечно, можно использовать брензу белую, это тоже будет очень замечательно, интересно. Так, уважаемые друзья. Тмин, орегано. Чего вам и нравится? Пластмассовая бутылька. Нож внутри. Оба. Вот. Все приготовили. Сейчас это все смешаем. Мясо хорошо замесим. Потому что мы добавили воду с газом. Короче, газ внутрь поднимет их, когда их будем жарить, они будут подниматься, как тесто из хлеба. Это все будет идеально, правильно, если это сделаете 2 дня до дачи дома, а потом это все принесете именно на дачу. 2 дня? Да, да, стоит 48 часов. Так, уважаемые друзья, если вы будете брали чисто мясо без жира, это будет такое суховато, невкусно. Если вы тут будете добавляли, да, если покупаете там чисто мясо, купите немного сала, что-нибудь, потому что, когда жира внутри есть, оно будет правильно жарилось внутри. Жир будет жарить внутри мяса, не останется сырого, тут есть свинина. Короче, не надо это все делать сухим, а сочным. Есть такая пластмассовая штука, которую, когда хотим налить чего-то в бутыльку, как называется по-русски? Воронка. Да, воронка. Можно использовать ее. Если нет, берите, значит, бутыльку любого масла, воды, чего-то пластмассового. Во. Так. Сейчас мы сделаем это. Только все. Только попробовать такую штуку. Так, сейчас я попробую. Смысл есть, когда мы это, видишь, разваливается. Да. А, короче, забивать, и оно само от себя уходит. И, короче, режем. Об край. Да, сколько мы длины хотим. Хотим, чтобы все были одинаковые. А ты их длины какую делаешь, чтобы они на... На решетку мы это все обжарим. Все люди справлялись с изготовлением сосисок, когда не было, воды в воронке. Ну да. Воды. Ну да. Старайся, чтобы были одинаковые. Так. Во, я помогу. Подожди, подожди, подожди. Снимай. Заберем чуть масла. Всегда, значит, тарелку сделаем так. У нас в лучшем случае оливково. Используйте любое. Нож тонкий, во, выложим сюда, зальем маслом, делаем следующих 5. Мы сегодня будем радовали друг друга, местами поменяйтесь, браво. Кто-то не прекрасно не напоминает. Во, все. Одинаковый. Всегда их сделаем так. Делаем следующих 5. Всегда их положим именно так, что не бы мешали друг другу.
Так. Дальше заливаем маслом. Идем на следующих 5. Похоже... А их нужно обязательно вот так вот поперек класть? Да, всегда. Похоже на дрова. Ну да. Поленится. Могу ты помочь? Мастер. Во. Это сейчас ставим здесь. Так. У нас есть, короче, это, который есть. Заходим. Немного этого масла добавим на решетку. И поехали. Какой чудный запах. Как дела? Скоро будет готово. Скоро опять не есть. Так. Уже приворачиваем. Скорость приготовления волшебная. Да. Теперь понятно, почему разрыв нельзя. Чего на? Не надо? Почему нельзя разрыв? Иначе они будут. Ну да. Так. Да я радуюсь, как они быстро готовятся. Но могу тебе сказать, пахнет замечательно. О, да. Флора тоже подтвердит. Да. О. Соли добавим еще немного. О. Чуть масла нам дашь? Чуть-чуть. Ага. Еще не бы было сухое. Скоро там? Час. Уже внутри зажарилось. Замечательно. Тарелку сюда. Спасибо, Клад. Вещи. О! Идем на стол, потом. Вот, друзья, лук свежий. С этим очень хорошо пойдет. Здесь в России достаточно любят свежую зелень. Я поеду на петрушку. Если вы хотите укроп, кинзу, то уже ваш выбор. Так. Все это сразу смешаем, чтобы лук нагрелся. У нас немного хлеба нашлось. Так. И теперь наше блюдо готово. Сейчас я с моими друзьями поеду это все попробовать, наслаждаться и радоваться на даче. Спасибо вам, что вы были с нами. Рецептуры записывайте, все это подарите. Понравилось. Спасибо, свидания. До свидания. Счастливо. Желаю.